Ну что, вы видите этот бедлам? Это все мой бедлам. Это тут вообще все. Сборы, финальные сборы. Фух. И сборы, и уборки, и стирки. Это жесть. Это жесть. И чекины, и параллельно решение каких-то еще вопросов. Надо. Еще часок. И я таки дособираюсь, наверное. Я еще даже не думал, какие свои вещи брать. Пока это только вещи жены, ребенка, подарки. Да. Все, погнали дальше. Закидывать новые стирки. Прошел час. Что-то вырисовывается. По крайней мере, мои вещи нарисовались. И какие-то еще надо отвезти детские. Я пока в шоке. Ну, это... Я не ожидал, что у меня будет столько вещей. Потому что мне там на работу еще ходить неделю. Капец. Так, ну что, короче, я не знаю, буду ли еще снимать видос сегодня или нет какой-то. Потому что я сейчас в мыле. Всем киевлянам до встречи. Крымчанам тоже. Остальным удачи. Попробую делать пару репортажей оттуда. Я не закончил еще. Я хотел бы сказать все. Типа все, я уже закончил. Не. Я просто наслаждаюсь музыкой и все.